Тема сегодняшнего урока – 50 самых употребляемых фраз для начинающих изучать английский язык. Давайте начнем. Первое выражение – «Привет, как дела?» Hello, how are you? Второе – «Как вас зовут?» What is your name? Чтобы ответить на него, нужно использовать следующее выражение. Меня зовут. My name is, for example, for me, например, для меня, is Галина. 4. Приятно с вами познакомиться. Nice to meet you.